Праздник активных, талантливых и амбициозных. В России сегодня отмечают День молодежи. В городском округе Люберцы центральной площадкой стал парк «Наташинские пруды». Там прошел музыкально-развлекательный фестиваль, который подарил гостям яркие впечатления. За эмоциями люберчан наблюдала наша съемочная группа. От 14 до 35 лет. По российскому законодательству именно эта возрастная группа официально считается молодежью. В Люберцах сегодня проживает более 80 тысяч людей, которые относятся к этой категории. В жизни городского округа они играют самую важную роль. В годы пандемии доказано на деле. А молодежь у нас замечательная. Это наша студенческая молодежь. Наши волонтеры, наш волонтерский штаб, наша молодежная общественная организация, наша молодежная территориальная избирательная комиссия. Наши потрясающие молодежные творческие коллективы, которые стремятся, чтобы внести в свой вклад в социально-экономическое развитие нашего округа своими добрыми делами, поступками. На протяжении всего дня со сцены парка «Наташинские пруды» звучали любимые среди молодежи песни. Территория перед амфитеатром стала большой танцплощадкой. Кроме артистов, молодежь городского округа поздравили и почетные гости. К сожалению, за последние годы нам не удавалось так собираться вместе, но мне кажется, начиная с этого года, мы эту традицию будем проводить ежегодно. И кто бы что ни говорил, на самых высоких трибун, на самых больших площадках, но самая настоящая молодежная политика делается на местах. Самых активных и целеустремленных парней и девушек отметили благодарственными письмами главы городского округа Люберцы. Среди награжденных студентка третьего курса Российской таможенной академии Мария Гаврилова. Принимаю активную часть в общественной жизни академии в целом. Являюсь командиром штаба российских студенческих отрядов. Принимала активную часть в работе совета обучающихся. Была секретарем, председателем. И всячески во всех любых мероприятиях стараюсь помогать всем студентам, чтобы у нас получалась интересная, активная студенческая жизнь. После официальной части праздника началась самая веселая. Настоящим ярким и летним подарком для молодежи стала пенная вечеринка. Получили двойное удовольствие и охладились в знойную погоду и потанцевали под популярную музыку. Очень круто все, мне очень нравится. Я впервые на таком мероприятии, и мне очень нравится. Молодежь, поздравляю вас с праздником. Всего вам самого светлого, самого лучшего. На этом сюрпризы не закончились. Яркой кульминацией праздника стал фестиваль красок Холли. Сотни людей раскрасили друг друга всеми цветами радуги. Считается, что чем больше на человеке разноцветной пыли, тем больше добрых пожеланий исполнится. Луиза Игиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.